Как проходит процедура лазерного липолиза? Лазерный липолиз – это вид вмешательства, направленный на коррекцию пластики тела. Это является одним из наиболее эффективных способов быстро избавиться от лишнего веса. Проще говоря, это лазерная липосакция. Под действием лазера клетки жира разрушаются и удаляются. Как и любое вмешательство, лазерный липолиз имеет как преимущества, так и недостатки. Безусловно, это действенное средство, способное избавить от излишнего жира и ряда заболеваний. Оно способно проникнуть даже в те участки тела, где никакая физическая нагрузка и диета не поможет избавиться от лишнего веса. Лазерный липолиз успешно применяют на всех частях тела, руках, ногах, животе, боках и даже подбородке. Данное вмешательство производится с помощью специального медицинского аппарата. Его размещают на коже, где он излучает минимальное свечение. Под этим воздействием жировые клетки теряют свою структуру и форму. Жир всасывается в кровоток и потом фильтруется через печень. Лазерный липолиз считается одной из наиболее безопасных процедур по удалению жировых отложений. Лазер не повреждает кровеносные сосуды и важные нервные волокна, после снятия аппарата на коже не остается никаких следов. Что такое холодный лазерный липолиз? Самое большое преимущество данной процедуры заключается в том, что она действует максимально деликатно на кожу. Воздействие лазера не оставляет никаких последствий и подходит для всех видов кожи. Преимущество данного метода в том, что его можно использовать везде, даже в самых деликатных частях тела, в подмышечных впадинах. На шее, на подбородке, на щеках и лице, в интимных зонах под грудью, в области локтей и колен данная процедура отличается тем, что она не оставляет совершенно никаких следов на коже после ее проведения, ни синяков, ни гематом, ни разрезов, ни рубцов, ни уколов, ни покраснений. Лазерная липосакция совершенно безопасна для применения на любых участках. Область ее действия сугубо локальна, поэтому она не затрагивает другие части тела. Эффект от процедуры растворения жира можно увидеть уже после первой процедуры. Можете смело готовиться к тому, что за первый поход к врачу потеряете до 4 см объема. Какие существуют аппараты для лазерного липолиза? Холодный лазерный липолиз – единственный способ избавиться от лишнего веса без какого-либо хирургического вмешательства и получить желаемый результат. Это совершенно не травматическое средство, пользующееся популярностью среди женщин и мужчин. Для проведения процедуры можно использовать два типа лазера – диодный неодимовый, оказывая влияние на мембрану жировой клетки. Лазер разрушает ее, и жир самостоятельно выводится из организма. Аппарат «Лазёст» – один из самых популярных в косметологии. Его успешно применяют для липолиза на разных частях тела. Практика показывает, что 80% уже вправе выходить на работу после проведения холодной липосакции. Аппарат воздействует мощной лазерной волной, не разрушает сосуды и не оставляет гематом. Продукты распада жировых клеток выводятся из организма самостоятельно. Лазерный аппарат Bodylysis способен локально действовать на различные зоны и устранять любые жировые отложения, бока, складки на животе, подмышками, второй подбородок. Воздействуя на кожу, аппарат улучшает кожный метаболизм и дарит упругость. Мощная лазерная волна стимулирует выработку коллагена в достаточном количестве для омоложения кожи и придания ей здорового, подтянутого вида. Лазерный липолиз лица, фото до и после. Лазерный липолиз лица позволяет сделать детальную качественную липосакцию на лице. Эта процедура не оставит никаких гематом, а значит, сразу же после нее можно жить прежней жизнью. Лазерный липолиз способен уменьшить объем щек и навсегда убрать второй подбородок. Лазерный липолиз подбородка, фото до и после. Второй подбородок – жировая складка, которая накапливается годами. Находится она в труднодоступном месте. Удалить ее с помощью упражнений или сидя на диете практически невозможно. Нередко случается так, что второй подбородок – это семейная особенность. Лазерный липолиз живота, фото до и после. Как известно, труднее всего убрать лишний жир с живота. Это требует тяжелых физических усилий и соблюдения строгого режима питания с минимальным количеством калорий. Лазерный липолиз дарит возможность удалить лишние жировые скопления там, где это необходимо. Благодаря выработке кожи и коллагена, живот становится достаточно упругим и подтянутым. Можно ли убрать вдовий горб с помощью лазерного липолиза? Так называемый вдовий горб – жировик, возникающий на шее с тыльной стороны.
Появляется он из-за однообразного образа жизни, монотонной работы, требующей одних и тех же движений, к примеру, у секретарей, учителей. Или швей нарастает этот жировик примерно на 7-м шейном позвонке, и убрать его естественным образом очень сложно. Для этого стоит делать регулярные упражнения и полностью изменить привычки. Частые интенсивные массажи также запрещены потому, что под жировиком проходит крупная артерия. И крепкий массаж способен перекрыть кровоток, который поступает к мозгу. Это приводит к плохому самочувствию. Лазерный липолиз – проверенное средство избавления от жировика, эффективно и надолго. Лазерный липолиз шеи, фото до и после. Пожалуй, никто никогда не слышал о том, что существует диета, позволяющая похудеть шею. Это правда, сделать шею тонкой и изящной может лишь предрасположенность человека к стройности и лазерная липосакция. Более того, данная процедура способна подтянуть обвисшую кожу, сделать ее упругой и омолодить. Лазерный липолиз шеи – одна из самых популярных процедур. Она требует всего нескольких сеансов и проходит совершенно безболезненно, а также не оставляет никаких следов. Противопоказания для лазерного липолиза. Лазерный липолиз – самый современный способ устранения жировых отложений на теле. Лазерные волны и лучи способны нагревать ткани, высвобождать липиды, жиры. Освобожденные липиды попадают в кровь и естественно утилизируются через организм. Пациент не испытывает абсолютно никаких неприятных ощущений во время процедуры. Но как и любое вмешательство, эта процедура имеет несколько противопоказаний. Лазерный липолиз нельзя проходить беременным женщинам, женщинам в период лактации, людям, имеющим болезни крови, людям, имеющим болезни кровеносных сосудов, людям, имеющим болезни сердца, людям с больной печенью, людям с больными почками. Печень и почки выступают в данной процедуре своеобразным фильтром, который чистит кровь от лишнего количества липидов. Поэтому нужно быть особо осторожным и предварительно убедиться в здоровье внутренних органов. Кому необходим лазерный липолиз, советы и отзывы. Данная процедура необходима тем людям, которые всю жизнь борются с несовершенствами своего тела. Конечно же, необходимо быть активным и неленивым человеком, так как лазер не избавляет от жиров и не заставляет их исчезать. Он нарушает их структуру, а значит дарит толчок к их скорой утилизации. Да и кровь после лазера насыщена продуктами распада. Поэтому физические нагрузки после процедуры – обязательное условие. При соблюдении данной рекомендации вы сможете проследить эффективность липолиза и избавиться от ненавистных боков, второго подбородка и крыльев под мышками.